Assalomu alaykum. Biz yoshlar bugun dunyoda va jamiyatimizda mavjud bo'lgan muammolarga befarq emasmiz. Любая локальная проблема может легко перейти в глобальную. Сегодня в мире проживает 1 800 000 молодых людей. Это самое большое количество за всю историю человечества. Почти 90% из них проживает в развивающихся странах, где составляют значительную долю населения. Біз еркін, фараон ва барқарор рожданаткан дунёда яшаймиз. Сегодня мир как никогда нуждается в действии и солидарности. Біз хохлаган жамият ва дунёда имкониятлар тенглиги, таълим сифати, қонун устуворлиги, гендер тенглиги, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳар жабҳада таъминланиши керак. Мы не можем ждать. Изменение климата, истощение водных ресурсов, доступность и качество образования и медицинской помощи. Все эти проблемы требуют незамедлительных решений. Біз хохлаган жамиятта хар бір фуқаро өзі хохлаган мұнасып іш білан таминлаган болуш керек. Мы хотим и готовы быть частью этих решений для нашего будущего. Біз ёшлар албатта барқарор ривожланиш мақсадларини амалга оширишда бирга ҳаракат қилишимиз лозим. Участие молодёжи в решении глобальных проблем очень важно. Слушайте нас, вовлекайте нас.